Министр международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович заявил, что страна никогда не станет членом НАТО из-за разрушительных последствий бомбардировок Альянса в 1999 году. Попович напомнил, что 25 лет назад, в 1999 году, жители Сербии стали жертвами бомбардировок НАТО, в результате которых Белград был практически полностью разрушен. «И после этого, тоже вас заверяю, никогда Сербия не будет членом НАТО», — заявил министр. Напомним, что бомбардировки НАТО продолжались 78 дней, с 24 марта по 10 июня 1999 года. По разным оценкам, погибло от 1200 до 2500 мирных жителей. Около 12500 получили ранения. Был нанесен огромный ущерб инфраструктуре и экономике страны. Он подчеркнул, что Сербия проводит независимую и свободную политику, и, несмотря на процесс европейской интеграции, намерена развивать двусторонние отношения с другими государствами. Это подчеркивает многовекторность и независимость внешней политики Сербии, которая стремится поддерживать баланс в отношениях с разными центрами силы.